Так, это у нас 24 августа 2021 год, Харьков. Всех украинцев с Днем Независимости, с 30-летием, с юбилеем. 20.05 по Киеву. Снимаем мы Сатурн, Юпитер, Венеру. Еще довольно светло, как видно. Сейчас ISO 800, это приблизительно то же самое, что я вижу. То есть вы на мониторе видите приблизительно то же самое, что я своим невооруженным глазом и даже двумя. По освещенности имеется в виду, конечно, а не по способности увидеть, как сейчас Сатурн, который между прочим на расстоянии 1 347 000 000 км. Будьте любезны. Я, наверное, не с того начал. Сатурн-то у нас поднимается с Юпитером, а вот Венера скоро спрячется. Ну ладно уже. Начали так начали. Вон наш газовый гигантище. 19 числа он был в противостоянии. Сатурн 2 августа был в противостоянии. Ну, то есть на ближайшем расстоянии по своей орбите от Земли. И на одной линии с Солнцем. Для наблюдателей Земли. Да, ну пока резкость наводится тут. Без толку, слишком низко над землей, над горизонтом. Юпитер 600 миллионов километров до него. Ну хотя вот справа я уже вижу даже спутник. Ганимед идет впереди, потом за Юпитером слева сначала идет Европа, потом Ио и Каллисто замыкают. Да, все четыре спутника видно. Хорошо. Поехали. Все же. Снимем. Прошу прощения за такой резкий переход. Венеру. Потому как она все ниже горизонту. Опа, прям сбила ее птичка. Венеру. До Венеры 173 миллиона километров. Она уже, к счастью, приближается к Земле. Было 200, что ли, последний раз, когда я смотрел данные. Миллионов километров. Рекордное расстояние, минимально имеется в виду. Рекордное. Я снимал Венеру, по-моему, на 80 миллионов километров. Так, сейчас меньше чуть-чуть выдержки, будет видно немножко фазу Венеры. Вот она справа освещена Солнцем. Видно, что левый бок у нее скошенный как бы. Ну, такой яркости нет. Хорошо, сейчас, наверное, сниму я вторым дублем. На ISO 125. Сейчас на 800. Будет темнее, но может быть почетче. 24 августа 2021 год, Харьков. 20.10 по Киеву.